друзья, в продажу поступает Lexus RX 270 2012 года на бензиновом моторе 2.7 мощностью 188 лошадиных сил на полном приводе, на коробке автомата автомобиля отличная комплектация автомобиля имеется, противотуманные фары, датчики парктроники спереди и сзади, также у нас установлены омыватели форсунок фар, также у нас имеются линзованные фары, также у нас стоят литые диски на хорошей зимней резине, также в автомобиле есть рейлинги, в автомобиле бесключевой доступ. В салоне автомобиля у нас полностью кожаный салон в отличном состоянии. Также в автомобиле имеется штатная аудиосистема с экраном, регулируется при помощи джойстика и кнопок. Также у нас имеется отключаемый антизанос, имеется регулировка печки отопителя, климат-контроль. Также имеется дисковод для дисков. Также у нас имеется полный мультируль, электрорегулировка колонки рулевой. Также у нас имеются кнопки открывания багажника и бензобака, подстаканники скрытые. Также у нас имеются водительские и пассажирские сиденья на электроприводах. Память сидений только у водителя. Имеется 4 электростеклоподъемника. Электрорегулировка зеркал, привод складывания зеркал, центральный замок. Имеются также карманы в дверных картах. Ручник у нас ножной. Для задних пассажиров у нас удобное посадочное место. Имеются также подстаканники в дверных картах, карманы. Также есть карманы в водительском пассажирском сидении. Также у нас имеются дефлектора, выведены печки отопителя. Также для задних пассажиров имеется подлокотник с бардачком, с выдвижными подстаканниками. Все прячется в водительском пассажирском сидении заднего ряда. Также установлена камера заднего вида. Автомобиль у нас в идеальном техническом состоянии. Два владельца ПТС, ПТС оригинал.